Золотая рыбка, красно-белая жемчужинка. Вот мы видим такое яйцеобразное тело, коротенький хвостик, спина более рюкина напоминает. Ну, единственное, что живот здесь прямо чем круглее, тем породистее. Ну, вот видно сейчас на белый грызун рыбки, да, что вот такие перламутровые чешуйки, потом они становятся прямо четко объемными такими, вот, перламутровыми. Ну, конечно, очень интересно смотрится. Ну, как все золотые, то есть кормление 75% растительного корма, 25% животного корма. Летом можно дождевых червей, зимой, значит, можно, ну, или на терке, натертое говяжье сердце. Вот, или же, значит, мы мешанные корма делаем для рыб крупнее 6-7 сантиметров, то есть мы уже делаем мешанные корма, потому что живых кормов им, во-первых, не хватит, во-вторых, то есть они уже мелкие для них, вот, поэтому корм должен быть соответствующим рыбе, то есть если это малек, то это артемия солидная, если это крупная золотая, то, соответственно, трубочником ее кормить смешно. Вот, а значит, растительную добавку мы даем, то есть лист крапивы, летом крапиву прям свеколь есть, ошпарил и повесил в аквариум, и объедают, только за ушами пищит. Зимой, значит, это слегка заваренный, распаренный геркулес и кубики фракции там 3-4 миллиметра из манки ошпаренной. Единственное, что вот кормя такими кормами, нужно смотреть, чтобы остатков корма не было в аквариуме, не валить лопатами, иначе вода замутнеет, и это приведет неминуемо к гибели рыбы.